Йоте пожаловать на мой канал. Сегодня я вам буду снять видео по-русски. Я сама сказала, что буду снять по-русски, если вы это хотите, вы хотели, и я сейчас сама буду снять один видео по-русски. Только один. Если вы хотите еще 2-3, не знаю, напишите вниз комментарии. Сейчас я вам буду снять видео по-русски. Тут у меня есть один тетрадь, и я тут написала какая-то буква. Что такое? И вот, тут есть написано, не могу сейчас сказать что, потому что меня нужно вам показать, что тут написано, говорит и по-русски, и по-черногорски. Тут есть так, нет очень много, ну ладно, я сейчас попробую вам это переводить по-черногорски. Начинаем. Этого тут написано по-черногорски, это значит, и говорится... Собак. Ну, нет. А, блин, вот. Пас. Это по-черногорском пас. И может быть кучак. А вот этого по-русском это собака. И да, это собака. Другое это по-черногорском значит звонце. Звонце. Значит просто так звонце. А по-русском колокольчик, колокольчик. Дальше тут написано по-черногорском это значит телефон, телефон. А по-русском это значит телефон. Вот снизу тут написано по-черногорском я сам ютуберка. А по-русском это значит я ютуб-блогер. И вот снизу значит по-черногорском ауто. А по-русском это значит машина. Машина. И вот снизу я сейчас буду вам говорить вот по-черногорском и по-русском. Начинаем черногорский. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я знаю до... миллион просто так. Ну-ка, я сейчас просто там до 10. Ну-ка, вот. И все, пора, ничего не страшно, я до 10. И сейчас это буду сказать по-русски. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, десять, да. А это один можно сказать и один. Один, один, да? И раз. И раз, и один можно. А вот тут здесь написано, что еще такое. Это по-черногорскому значит стомак. Стомак. А по-русскому это значит живот. Живот. А, живот. А когда я говорю по-русскому стомак, это значит как живот. 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 Очень смешно. Ну-ка, да. И вот я тут, что с вами сейчас учила, я знаю говорить по-русски, ну-ка не так очень-очень-очень, вау, хорошо, молодец, ну-ка не так очень-очень-очень хорошо, ну, знаю говорить, что такое. Я очень люблю Россию и все, да, если вы хотите, чтобы я еще с вами так учила, что, не знаю, если вы хотите, чтобы я вам еще... переводила вот какая это собака, пас, звонце, колокольчик, телефон. Телефон, если это еще хотите, такое видео, вы напишите снизу в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Подписывайся на мой канал, нажми колокольчик, потому если ты нажимешь колокольчик, ты усмотришь мой видео. Так, нажми колокольчик, подписывайся на мой канал, лайк под этим видео. Пожалуйста, напиши, какая это комментарий. В комментарии напиши, что хочешь. И да, это все, если вы хотите еще таких видео. Поставь лайк под этим видео, и это и все.
do svidanje i paka! Uvidim se!